Чупинков. Это Россия, детка. И мы живем в этой необъятной стране. Спиздил у старушки на еду деньги гопник, чтоб купить себе две бутылки мазафакин водки. Гаишникам похуй на правила движения. Дай бабосы и въебывайся, пацан. Хоть дерево гидалово, разводилово. Все как в 90-х. Программа поновее появилась только просто. Все так же в провинциальных городах мужики в трех полосках. Ищут кого ёбнуть, прохожего Васю жестко. Рабочий получает меньше, чем бомжи попрошайки. На углу тебя ждут беспризорные шайки. Бывшая модель стала проституткой. Она просто зарабатывает мани. Не называйте ее шкурой, зато не дура. Не как ее подруги. Под героином и под пудрой. А начиналось все со спайса. Лишь бы не видеть жестокими и получить немного кайфа. Не суди жестко, это реальность нашего лайфа. Наша жизнь прожигается так, словно скуривается мату косяк. Не сон, не страшный сон. Каждый скоро услышит конечный гон. Наша жизнь прожигается так, словно скуривается мату косяк. Не сон, не страшный сон. Каждый скоро услышит конечный гон. Gangsta life. Это Россия. Gangsta life. Это Россия. Gangsta life. Это Россия. Gangsta life. Это Россия. Gangsta life. Я прочувствовал всю эту жизнь до последних костей. Терял друзей с улыбкой наших добрых врачей. Мне говорили, тебя ждет тучи и стажа. Борись до конца против них, это важно. Пока ты гуляешь, стетики видят твою спину. Враги роют тебе постепенно могилу. Курение не убивает, убивает люди, которым дал свободу наш добрый Путин. Правительство голодает, что прибыль не из-за чего в день по миллиарду собирает. Вот такая жизнь, вот такая история. Это документальная хроника из моего жизненного опыта. Наша жизнь прожигается так, словно скуривается вокруг косяк. Не сон, не страшный сон. Каждый скоро услышит конечный гон. Наша жизнь прожигается так, словно скуривается вокруг косяк. Не сон, не страшный сон. Каждый скоро услышит конечный гон. Gangsta life. 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 Screaming now, motherfucker.